Здравствуйте, друзья! Хочется сказать добрый вечер. Сейчас 6 часов вечера с копеечкой. А в 7 часов вечера мы здесь вот будем ужинать. И просто немножко пораньше пришли. Это такой гольф-курс. Называется Paso Tiempo Golf Course. Это практически в Санта-Крус находится. И скоро подойдут Виктор и его жена Лина, наши частые гости. И вот здесь мы погуляем, пока они появятся. Мы идем по тропе, которая, может быть, не столько для пешеходов тут предназначена, сколько для гольфовых машинок. Ну, а что нам не пройтись, в конце концов? Мы никому не мешаем. Правда, Свет? Да, красиво. Травка, друзья, красивая, когда она подстриженная. Если просто травка, то, конечно, это лучше, чем, допустим, лужа грязная, но все-таки не то же самое, что травка подстриженная. Даже мы со Светланой, друзья, люди, которые в гольф не играют совершенно и не интересуются, любят погулять в таком месте, где другие играют в гольф. Тут зелено, прибрано, как-то вот ощущение праздника, ухоженности некоторые. Никто в гольф не играет. А тут обрати внимание, что тут всюду по периметру дома жилые стоят. Вот смотри, прямо следом на это гольфовое поле. Да, стоят дома и жилые. Красиво. В этих жилых домах живут какое-то время люди, которые приезжают так вот пожить, поиграть. Это клубное такое место. Может быть, они и владеют, конечно, но я, честно сказать, не уверен. Может быть, даже они просто снимают на недельку, там, на две. Обычно в гольф-клубах так происходит. Так вот, красиво. Явно есть какие-то обитатели. И вот немножечко так на высоте, на возвышенности такой находится вот этот кантри-клаб. Там у них магазин теннисных принадлежностей, ну и вот ресторанчик. Можно приехать со стороны и там заказать столик. Для этого не нужно быть членом клуба. Даже есть купоны, группоны. Можно так тоже пойти туда. Если вы прислушаетесь, друзья, вы услышите шум хайвея вот за этими деревьями. Там идет хайвей 17. А так, если на шум внимания не обращать, вот такие красивые препятствия, можно сказать. Чтобы мячик туда закатился, а оттуда его клюшкой вышибать. Красиво. Солнышко светит. Мне надо прятаться за деревьями, чтобы быть в тени и показать вам красоту. А вот дорога, видите, машина едет. Мы точно так же приехали. Вот по этой дороге сюда. Ну, поднял наверх. И что там? Красиво. Красиво, конечно. Дерево. У меня даже сомнение возникло, что это именно песок, потому что он поблескивает, знаете так, я думал, может быть, какая-то гранитная крошка, что-нибудь такое толченое, даже не знаю, как вам сказать. Мне даже трудно сказать, видите ли вы, что оно поблескивает, но вот так. Симпатично смотрятся вот грабельки для разравнивания. Вот немножко другой вид, с другой точки просто, на то же самое. Очень красиво, так, знаете, мирно, птички поют, слышно? Хорошо. Вот смотрите, как люди живут. Веранда. А там и домик рядышком. Вот там. А вы через объектив моей камеры, можно сказать, подглядываете за чужой жизнью. А красиво жить не запретишь, как известно. А
вот такие виды тоже. Хорошо здесь, красиво.